Конечно, какие же места достопримечательности без сувенирных лавок. Здесь сувениры чуть-чуть отличаются от того, что продается в Нячанге. Очень много керамики. Очень много вот такой необычной керамики. Всякие рыбы, буйволы, конечно, драконы, собаки. Понятно, что такой горшок с собой не увезешь. Но посмотреть интересно. Какие рыбы интересные. Какая рыба. Сумочки. Звери, 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 звери. Барельефы. Конечно, огромные вазы. Здесь на самом деле сейчас очень жарко. Конечно, когда погода более такая сумрачная, здесь можно ходить дольше. Качество. Здесь неподалеку есть деревня, в которой ткут ткани на ткацких станках. Как много сотен лет назад. Вот, и из этих тканей здесь продают одежду, сувениры. Чао. Чивас фолбин. Не без этого. Смелые могут пробовать. Тканы и всякие разные сумочки. Детская одежда. Нет, что-то есть тканое, что-то не тканое, но в любом случае вот. Просто стараюсь показать, что тут есть. Вот такие сумки-мешки с необычными узорами. Вот. Такого я в Нячанге точно не видела. Это действительно делается местными мастерами. Вот. Смешные тканые шляпы, сумки-рюкзаки. Совы. Опять совы. Еще совы. Слоны. Вот такой киоск сувениров на входе у Чамских башен. Здесь раньше была древняя столица Пандуранга. А сейчас вот такой комплекс. Можно подняться выше. Вот вышек будет храмовый комплекс. О, заросли сухих кактусов.